Наша деятельность – это создание нового продукта. Создание нового продукта, создание исключительных прав. И с тем самым создание исключительных прав на этот новый продукт. То есть новый продукт, определение нового продукта включает в себя монополию, исключительное право обладания на территории национальных экономик. Это международное право. И Россия туда входит. Андрей Петрович, вот Николай выходит и в сердцах такой говорит: никого, видимо, тут экономика не интересует. Экономика интересует. Но когда речь идет о... Забыли ему сказать, дорогой товарищ из экономики, что впереди-то прибыль будет нематериальной, что впереди-то будет капитализация ожиданий, что впереди-то будет та самая, понимаешь ли, гудвилл, которую перевести можно как добрая репутация или добрая слава. Вот что будет накапливаться, вот где перспективы экономики новой, а не там, где он рассказывал. Спасибо большое. Очень понятно и наглядно. Гудвилл, дорогие друзья, и вот то, что сделал Олег Басаргин и его товарищи, это и есть гудвилл. Образование гудвилла.